сыграли в обороне. Все ошибки в обороне у нас подчистил наш вратарь. Достаточно дисциплинированно. Хорошие две контратаки получились у нас, реализовали. В конце дотерпели. Все это только начинается, поэтому получилась такая разминочная игра. Вся борьба впереди еще. Для нас было обидно то, что мы пропустили два гола из контратак во втором периоде, где у нас было, можно сказать, где мы наилучше играли, где у нас было достаточно моментов, чтобы мы забивали, но мы пропустили во втором периоде. В третьем периоде уже соперник хорошо оборонялся, уже нам много не позволил, даже там было, там Иргл мог забивать, но уже не получилось. Воронов играл в первых двух периодах, Каленчуков играл до конца, где, можно сказать, был опасный игрок для ворот соперника. И оценивать всех остальных игроков я теперь не хочу, но просто там с Каленчуком сегодня хорошо. Мы будем думать над вариантами, там, как звена и как мы будем играть. Но совсем ясно, что не можем позволять контратаки. Это против такого соперника. Просто мы на этом проиграли матч.